Привет всем, дорогие мои друзья, те, кто будет новенький друг, кто-то старенький. Но суть не в этом. Сегодня я вам покажу и расскажу про один интересный ролик, который был снят одним интересным молодым человеком. Его зовут Андрей, ему 29 лет, живет в Астрахани. Но он отдыхал, я не знаю, где, я не спросил, но заснял он очень интересную картину. А какую? Но вы, наверное, опять не поверите. Но, а картина в этом есть одна «но». Какой-то светящий шар вечно летал над одним участком, пока не растворился никуда. Вы скажете: диспетчер Кися, а почему тебе такие короткие ролики? Да потому что, дорогие друзья, длинные ролики не интересны. Вы все знаете, что каждый ролик, он особенный. И поэтому смотрите на этот ролик, и вы сами все поймете, почему он особенный. Ставьте лайки и не забывайте подписываться.